каким образом мы сегодня будем побеждать? Черный властелин. Ты думаешь, это принесет победу тебе? Да, конечно. Я буду жонглировать с блинами. А там все? А это только после награждения. А можно чуть-чуть подзаготовленную программу, чуть показать? Ну как же, это коммерческая тайна. А. Ну то есть на награждении мы увидим? По-любому. Снег пошел, хака восьмая, теперь не пойдет. Скажи честно, ты зачем на кучу залез и жрешь там в одно лицо? Я... Вон, смотрел. Ага. Оттуда вид хороший. С масленицей. Простите нас. И вы нас. Как дела? Ну, из-за того, что у меня в руках две тарелочки с блинчиками, все нормально. Улучшается, да? Да, да, да. Можешь сказать при всех, что тебя угораздило пойти на должностное преступление, такое, как отдать первое место своей дочери? Алчность. Алчность. Еврейская. А как же подкуп со стороны Балаковского репортера? Какой подкуп? Ты через постель, блин. А как же постель? Все, короче, постель. Если вы залезаете сюда, в середину, даже хотя бы в середину, вы сюда приезжаете под острым углом и получаете касание и выброс. После первого клипа не у всех получается ехать по внешке, потому что там попадаешь сначала в землю, потом в колею. Как вообще такая закономерность? И главное, ты вот был близок, ты мне шваркнул все-таки дверь, ну, чуть назад ты сместился, ну, или я вперед подался. Я даже ставить ничего не могу. Мегатрон. Гроссмейстер пожертвовал мне ферзя. Что делать? Ты что, поросенок, снимаешь хаку? Сдавайся! Ты что одеваешь-то, я не пойму. Давай. Так одеваю, пошире одеваю. Вот так вот разнесу сейчас.
высвободились проставочки, которые мне уже подойдут. Так, все, не отвлекайте нас. Ну, слей сегодня разочек хоть. Нет. Я тебя прошу, пожалуйста. Нет. Даже не предлагайте мне 10 тысяч рублей. Всего? За каждый слив? За этот, за Мариеву. А всему есть своя цена.